Тогда же было советское деньги нельзя. Это что? Как нельзя? Нельзя было, нельзя. Типа не трудовые доходы, типа там что-нибудь. Не трудовые доходы, конечно, трудовые. Как? Хорошо. Ну, еще как. Хорошо, деньги не главное в жизни. Я на завод пришел как раз в те же годы, где-то в 81-м году. И прекрасно видел, как деньги зарабатывались. Например, специально тормозили всю продукцию, чтобы создать напряженную ситуацию. Тогда начальнику выволочку делали, начальник собирал всех. Надо штурмануть, а на это деньги отпускались. На штурмовщину. Все зарабатывали на этом. Как? Вот. Хорошо. Котя. Сейчас просто более другое время началось. Там по сословникам сменяемые склады, короче, в общем, сейчас деньги рулят. Как бы наоборот, фалы и фалы. Вот 80-й год, когда парень выходит из школы.